Люберецкий МФЦ для жителей городского округа запустил акцию «Бессмертный полк». Так, с 10 апреля по 3 мая каждый житель может обратиться в любое отделение многофункционального центра. Чтобы бесплатно распечатать фотографию своего родственника-фронтовика, сделать копию снимка, изменить размеры до формата А4, заламинировать его, а также сделать надпись на фотографии. Для этого заявителю нужно предоставить фото в любой МФЦ городского округа, где специалист подготовит материал в течение 2 рабочих дней. После чего сотрудник сообщит по телефону о готовности услуги. Люберецкий МФЦ готов обработать не более 2 разных фотографий для одного заявителя. Каждое фото распечатывается в одном экземпляре. Надо сказать, что в этом году планируется, что в акции «Бессмертный полк» примет участие более 5000 жителей городского округа. Анна Троян, телеканал ЛРТ.